Я весной приезжала на Троекуровское кладбище. Ну, приезжала к Юре Шатунову. Была у него на могиле, заходила к другим нашим звездочкам. В том числе была у Евгения Осина. Была на Аллее звезд, видела очень много наших певцов, артистов. Ну, очень много. Здесь только их похоронено, что просто целая аллея звезд. Когда я была у Юры, у него стоял крест. А сейчас ему поставили памятник. И вот погодка выбралась хорошая, еще идет бабье лето. И я опять приехала на Троекуровское кладбище посетить могилу Юрия Шатунова, пройтись еще по другим знаменитостям. Может быть, даже увижу тех, у кого я не была. Но самое главное — сходить, посмотреть этот памятник. Посмотрите, какой колумбарий. Сколько здесь цветов. Огромный. Кажется, прям бесконечный. Все тянется и тянется и тянется. Смотрите, какая интересная могилка. Алидина Ирина Васильевна умерла в 2008 году. А это ее муж, Алидин Александр. Ее муж похоронен, как я теперь понимаю. Там табличка вот есть. Он сидит и книжку читает. Им не скучно вдвоем. Какой памятник сделан, интересно, да? Да, скорее всего, это муж. Вот такое вот захоронение сделано. Она улыбается. Да здесь много, очень много таких могилок. Вот тоже. Кто знает, кто помнит режиссера Георгий Юнгвальд Хилькевич. Вспоминаете его? Какой они сделали памятник в виде ковра. Зинаида Кириенко. Тихий дом. С 33-го года умерла в 22-м году. Тоже такая-то у нее корзинка, цветы. Красавица, красавица. Ну что, время уходит. Зонтик ей прям сделали такой, смотрите. Борис Грачевский. Ходить по солнечной стороне жизни. Ералаш. Народная артистка РСФСР Стрельченко Александра Ильинична. 2019 год. Красавица была, какой голос у нее был. Да. Макарова Инна Владимировна, народная артистка СССР. Помните фильм «Высота»? Не так совсем ушел от нас.
снова дует ветер перемен. Вырывая прошлого страницы, вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой проведенные в неволе годы. Вспоминать отныне